Їх заманювали російськими привілеями, захмарною зарплатнею та власним житлом. Але вони не зрадили Україні. Місяць тому моряків зі штабу військово-морських сил зустрічали у південній Пальмірі хлібом сіллю. Ну а як нині живеться патріотам України у нових умовах? Чи вже мають власне житло? І чи купаються, як сиру маслі, ті, хто лишився у Криму? У гостях у моряків була наша комунікабельна Віра Запорожець, абзац в Одесі. Да, это все деткам. Это вот пюрешечки их, кормушечка, потом влажные салфетки детские, памперсы, шампуньки. Угу. По-большому это просто вот люди, одесситы. Обычные люди приезжают, привозят компоты, привозят салаты всякие, привозят продукты, те же самые вот памперсы. Патріоти, вірні присязі, вони вимушені були покинути окупований Крим і перебратися в Одесу. Приютив частний пансіонат. 500 чоловік, моряки з сім'ями, дітей аж 60 душ. Самому маленькому 4 місяці. Прості одесити приносять продукти і одежду. Є серед цих хлопців троє, в житті яких анексія Криму спровоцировала личну драму. Жони не оцінили мужського поступка і сочли вірність присязі за блажь і глупость. Мужья і жони залишились по різні сторони барикад. А вот Алла и Кирилл – счастливые супруги. Оба служили в Севастополе и оба остались верны Украине. И не жалеют. А какое-то давление на вас оказывали, чтобы вы пришли на сторону Путина? Ну, конечно, предлагали. Заманивали. А чем заманивали? Деньгами заманивали. А вот хорошими условиями. Я когда через границу переезжал, Алла видела. Я с ними, пограничники наши, я имею, обнимались мы с ними. Потому что свои родные. Ребята оставили дома родных и друзей. Нет ни толики сожаления. Служат в Одесском штабе военно-морских сил. Очень надеются, что будет жилье. Но перспективы пока весьма туманные. Все как бы хорошо, мы как бы сыты, да. У нас как бы есть и зарплата, как бы все. Но вот в плане жилья, конечно, было бы. Если бы какой-нибудь дали бы нам общежитие или какой-то закуточек хотя бы. Соблазн таки остаться в родном Крыму был, обещали то золотые горы. Однозначно, что люди, которые остались там, со временем получат свою оценку, я думаю, и юридическую, и правовую, и моральную. Звучали многообещающие, так сказать, заявления со стороны российских военнослужащих, командования российских вооруженных сил о том, что вас ждут золотые горы, оставайтесь, переходите, должности, звания, квартиры и все прочее. Вот. Но я говорю, еще раз подчеркиваю, каждый из нас, кто сюда вышел, принимал это решение осознанно в первый же момент, и никаких сомнений не возникало в нашем выборе. Здравствуйте. Да, пожалуйста, проходите. Привет. История этой семьи поразила меня до слез. Чтобы перебраться с полуострова на материк, им пришлось идти на шпионские уловки. Военную форму отправляли по почте. Боялись сознаться в том, что не признают аннексию Крыма, и именно поэтому покидают полуостров. В детском саду не знали нашего решения. Еще ребенок ходил в детский сад, а еще решение не знали нашего. Остаемся мы или не остаемся. И был такой момент, надо было забрать документы. И говорит, вы что, уезжаете? Я говорю, да. Ну, понятно. А далеко? Я говорю, да, нам, говорю, в Москве место предложили. Говорю, вот так, хорошо. Говорю, в Москве предложили. Сразу другой тон. Все-все-все. Ой, мы так рады за вас, мы вас поздравляем. Вам пришлось хитрить, чтобы вас нормально отпустили. Да, да. Поговаривают, что те, кто на волне пророссийского настроения поменяли родину, остались с носом. Предлагали большие зарплаты, предлагали жилье. Вот. Практически разговоры шли о том, что вообще делать надо будет очень мало чего-то, но при этом получать всякие блага. А насколько небесные. Больше зарплаты, чем так? Ну, раза в три. А те люди, которые остались, как вы думаете, они реально сейчас получают три раза? Нет, я знаю, что они не получают такие зарплаты. Я вам скажу больше, даже те, которые российские офицеры, которые там служили до всех этих событий, они стали получать на 30% меньше. У них забрали пайки. Вот. И то есть ничего хорошего. Зеленые человечки, штурмы воинских частей и рябь в глазах от обилия российских триколоров. Крымские события для Александры как страшный сон. Здесь даже лучше и спится, и дышится даже лучше, чем там. Потому что там последние дни, когда мы находились, нам уже не хотелось выходить на улицу. Видеть эти российские флаги кругом, тут настолько было дико и непривычно.
И практически все наши друзья, большинство от нас отвернулись. Вот, сказали, что мы вообще, ну, грубо говоря, несознательны и отказываемся от таких благ. И вообще непонятно, в куда едем, и Бендеры, и все такое. А вы участвовали в референдуме? Нет. Что вы? Нет, конечно. Вопрос о референдуме вызывает скептическую улыбку. Никто и не думал участвовать в так называемом волеизъявлении. Российская оккупация сделала бывших сограждан врагами. И вот вдоль дороги, вот сколько столбов стоит, и вот столько российских флагов. Вот чтобы никто, не дай бог, не засомневался, понимаете, о том, что там уже Россия. Мы сразу сказали, что мы в этом шабаше жить просто не сможем. И делать вид, что мы с ними, и что мы тоже это все разделяем. Да, конечно, тяжело сейчас будет, но считайте, ну, жизнь заново начать, ну, ничего. У них пока еще горят глаза, и в душах вера не иссякла. Они готовы служить Украине и растить детей в новом государстве. Но, к сожалению, власти не спешат заботиться о героях. У 35 уже сдали нервы, и они вернулись в Крым. Остальные все еще надеются, что о них вспомнят. Оказывается, эти смелые люди, верные державе и присяге, живут не просто в примах, а в долг. Реально не существует государственного финансирования, даже нашего нахождения здесь, в санатории «Куяльник». Потому что это частный санаторий, за него, за наше пребывание здесь платит государство. И, насколько мне известно, существуют большие проблемы с этим финансированием. Мы здесь находимся в долг. Руководство санатория подтверждает, за месяц проживание крымчан вылилось в 1 000 000 гривен. Минобороны якобы деньги перечислила, но они где-то зависли. Сейчас у нас их почти 500. Деньги приезжают все, и Порошенко приезжал, и Тегибко приезжал, все почему-то интересуются их бытом, условия, но никто не интересует, за счет чего это организовано, этот быт и эти условия. То есть до настоящего времени мы деньги еще не получили. Если мы можем дать жилье, и они живут, то они живут, а питание, в долг. Что же думают о долгах и судьбах наших военных в Министерстве обороны? Достучаться до чиновников непросто. Наш запрос обещали рассмотреть в течение 5 рабочих дней, а на брифинге практически проигнорировали. Ми отримували запит від вас або від ваших колег, що з цього цей запит направлено у відповідні структурні підрозділи і Міністерства оборони, і Генерального штабу, які опрацюють його і нададуть відповідь, яка буде вам доведена встановленим порядком. І ви повністю отримаєте відповідь на задане вам запитання. Подвиг – це доблесне, важливе для багатьох людей дійство, героїчний поступок, совершений в трудних условиях. Так трактують поняття Вікіпедія. Українським воєнним, які не предали свою родину, не нужны медали, награды или почести. Им бы элементарное собственное жилье. Неужели не заслужили? И хватит ли им патриотизма дождаться?